Анатолий Иванович Мельник, главный архитектор города, и Ефим Семенович, главный режиссер театра, пригласили на вот это великое торжество. Ну и зная, что я пишу стихи, попросили, вернее предложили. Сказали, что если тебя что-то осенит, неплохо бы, чтобы ты что-то написал. Ну, вы знаете, такое предложение можно, ну, расценивать только как за великое счастье. Вообще, я ехал домой окрыленный. И почему-то был уверен, что у меня все великолепно получится. Потому что 60-е, 70-е годы в каждом сквере, в любом общежитии, в бытовках, в комнате, на лавочке где-то в скверах звучали песни Высоцкого. Мы все выросли на его песнях, в которых он воспевал и честь, и мужество, и любовь к родине. И поэтому я почему-то был убежден, что у меня это сразу все получится. А когда вот взялся за ручку и лист бумаги положил перед собой, я понял, настолько великий, многогранный, столько талантов у него. И объять вот в одном как бы листе, это просто невозможно. Мне вспомнилась моя юность, и, наверное, вот эти песни, которые я в юности слышал, мне помогли написать вот такое стихотворение. Ну, а получилось ли оно или нет, это вам судить. Только прошу, не судите меня строго. Я писал от души, как я чувствовал. И правильно Игорь Сергеевич сказал, что в каждом из нас живет, жил и будет жить Владимир Высоцкий. Памяти Владимира Высоцкого посвящается. Тебя поверенным не хватает. Душа твоя рвалась и пела. Ты многое успел сказать. Судьба вот только не сумела лет жизни больше даровать. Тебя, поверь, нам не хватает. Сегодня песен дерзких не поют. Попса на тела на сцене обнажает и весь народ заводит в блуд. Ты пела подвиги и чести, рвал души песней у людей. Звал в горы ты с собою вместе, на конях мчался к пропасти своей. Ты не любил, когда плевали в душу, и должен вор сидеть в тюрьме. С подводной лодки сос летел на сушу и парус рвал на корабле. Собрал сегодня ты нас вместе, чтоб памятник открыть тебе. Звучат слова без всякой лести, и розы алые несут тебе. Нарвал цветов и я букет, на полосе нейтральной, ярких, принес твой черный пистолет, добытый на каретном в 40 жарких. А вечером твою звезду зажжет Господь на небосводе ярко, и вновь Высоцкий запоет. Вот только не вживую, жалко,